Свое изобретение я описал в своей докторской диссертации, но всю диссертацию я сейчас читать не буду, у меня всего минута. Просто озвучу список использованной литературы. Начертательная геометрия или как испоганить лифт за час. Редкие шишки из Забайкалья. Список глав администрации Бурятии. Старинные деревянные механизмы. Биография братьев Березуцких. Собачье сердце. Книга из серии «Едим у дороги». Тещин язык. Воспоминания Владимира Преснякова. Михаил Прохоров. «Шесть дней во власти». Диего Марадона. «На что пересесть с футбола». Мемуары Муамара. Биография Каддафи. Жириновский. Политика не для клоунов. «Одиннадцать седых волос. Откровение Дика Адвоката». Сопромат, техосмотр, ЖКХ и другие современные пытки. Муравьев Апостол. Строим храм из веток. Чифирим с лимончиком. Чайные традиции мордовских колоний. Колчин Д. Эрнст Шац Гусман. Великие имена России. Или простые секреты победы в Капитанском. Спасибо. Спасибо. Вопросы докладчику. Дима, так может случиться, что после этого Капитанского я уйду? Скажи, пожалуйста, что должен сказать идеальный мужчина, чтобы я не ушел? Александр Васильевич, я не знаю, что вы должны говорить. Это не я, у нас сегодня пятерка идеальных мужчин решает. Понял, Диман? Вот. Спасибо, Колчин, что подключил меня к участию. Нормально. Так. Спасибо за оценку. Еще вопрос. Дима, я вообще не слушал, что ты говоришь, поэтому я к тебе по неуслышанному. Скажи, пожалуйста, а как называлась бы книга о Нягани? И кто бы ее написал? Ну, вряд ли о Нягани. Да. А как? Кожома. Мне, честно говоря, Капитанский очень понравился, вопросов нет. Я, конечно, понимаю, что не мое это дело, но мне Капитанский тоже понравился.